Я довольна, мне как-то прям хорошо сегодня ехалось. Я давно слалом, на самом деле, так хорошо не ездила, наверное, как сегодня. Я поменяла доску, может быть, в этом дело. Немного поменяла себя со вчерашнего дня, потому что вчера я стала второй, а выиграть очень сильно хотелось, действительно. Все получилось. Иногда бывают ментальные какие-то проблемы, где-то какое-то беспокойство. Сегодня я была спокойна, абсолютно собрана достаточно, и все заезды достаточно хорошо получались. Наверное, спокойно было просто. Мы сейчас сразу после старта едем в аэропорт, чтобы полететь на Кубок мира в Швейцарию. Так что, как я сегодня вечер проведу в полете. Вот, устала, да, подустала еще со вчерашнего дня. Это, ну и утром немного чувствовалось, но в команде очень хороший доктор и тренеры меня поддержали. Мне сделали некоторые препараты на ноги, такие, которые восстанавливают мышцы со вчерашнего дня. И была немного усталость, но я собралась. Ребята, тащите, мы все можем, Россия самая сильная. Ha ha ha.